Мы утреннее шоу на самой большой в мире радиостанции Европа Плюс. У нас каждое утро 11 миллионов слушателей. Соответственно, у нас очень веселая программа, и мы хотели спросить у вас, с чего начинается ваш день? Завтрак, что вы едите, во сколько встаете, все связанное с утром. Официально. I get up, I like to exercise. Я встаю и делаю упражнения, зарядку. So I practice yoga. Занимаюсь йогой. And then after I practice yoga, I'm very hungry. А потом я, меня охватывает чувство голода, разумеется. И я ем завтрак. Что на завтрак? Гречка. Гречка. Really? Yeah. Правда? А где вы ее достаете? Where в Британии? There's a shop in the shop selling Russian food. Есть магазин русской еды в Лондоне. Серьезно? Это королева каш, мы так считаем. Круто. Porridge. Королева каш, самая полезная. Во сколько ложитесь? Это вопрос, который нам очень часто задают, как рано встающим. Every evening is different, with different possibilities. Отличается каждый вечер. Каждый вечер что-то другое. But if I'm working, если я работаю, on a film, usually I get to bed around 10 or 11. Над фильмом, то в 10-11 ложусь. If I'm not working, если не работаю, every day is different. Каждый день. А мне интересно, есть ли у вас какой-то, я не знаю, суперсила или... да, ну, может быть, что-то, чем можно похвастаться. Например, например, я могу достать языком до носа. Может быть, вы ходите на руках. Какой-то такой маленький трюк. Stunt or trick you can perform. Нет? Ну, наверное, вы лучше всех варите гречку. But you're good at cooking гречка, right? Yes, I like. I have a superpower. Нет, у меня нет сверхсилы. Я обычный человек. Ну, давайте уже начнем разговаривать о фильме, ради которого мы собрались. Мы его уже посмотрели. Мы в полном восторге. Спасибо большое за участие в новой части «Мадианы». Мы хотим, чтобы зрители и наши слушатели услышали три причины, по которым им необходимо сходить на «Спектр». I believe that Daniel Craig gives his best performance. Это лучшая игра Даниэла Крейга. This is my first reason. After это four, первая причина. After four films, после четырех фильмов. He always was very good anyway. Он всегда очень хорошо играет в этих фильмах. Now I think he is so inside this part. Сейчас он так сжился с этой ролью. And he has a lightness, and he has a danger. Он очень есть и легкость, есть и опасность, которую он изображает. Внутренняя жизнь. Little bit of depression at times. Немного депрессии тоже временами, чувство юмора в то же время. So it's complex. В общем, это сложно, на мой причин. Still, he is fantastic at the fights and the car chases. И он здорово исполняет все трюки, погони, драки. Во французском есть такое слово «панаш». Вот это вот специальное чувство в нем есть. Вторая причина – это Сэм Мендес, режиссер. Думаю, это один из лучших режиссеров, тех, кто сейчас работает. Я давно его знаю. Очень умный. Всем актерам второстепенного плана он очень хорошо расписал их роли. Это гораздо более сложный сюжет, чем в каких-либо иных фильмах о Бонде. Третья причина. В фильме затрагивается очень важная на сегодняшний день тема наблюдения. И информация, распределение информации, как можно доверять потокам информации, которые циркулируют в сегодняшнем мире. Это очень важная тема вот именно в этом фильме. Раз вы знакомы лично с Сэмом Мендесом, может, вы подтвердите слухи или опровергнете по поводу его ухода из франшизы? Сэм или Дэниел? I don't know. Не знаю. I have a feeling Sam has done two very successful films. У меня есть такое чувство, что он снял два очень успешных фильма о Бонде. Наверное, он ищет какого-то разнообразия сейчас. Вот, по поводу разнообразия. Кого бы из нас троих вы бы порекомендовали для роли в следующем фильме о Бонде, на роль, может быть, сына или дочери, или, может быть, племянника или племянницы Джеймса Бонда? Of James Bond? You could be Daniel's younger brother. Вы можете быть младшим братом Дэниела. Thank you very much.
Я состоялся. Уже, да. I'm an actor, good. And maybe you could be M's daughter. А вы, наверное, можете быть дочерью М, то есть моей дочерью. Я в пролете. Ты в пролете, извини. That means I get nothing. And that means you're the bad guy. А вы будете играть негодяя, злодея. Кстати, о плохих. У вас были разные роли, и положительные, и отрицательные. Кого интереснее играть? Well, the cliché is that the bad guys are more interesting. Есть такое клише, что интереснее играть злодеев. Я не обязательно, что я с этим согласен. I like people who are essentially good. Мне нравятся люди, которые по большому счету хороши, но что-то в них есть, какая-то проблема внутри них сидит, слабость или что-то такое. На самом деле, по большому счету, они хорошие. Мне нравятся вот такие сложные характеры, без простоты, потому что люди непростые существа. Я бы хотел вернуться к предыдущей серии «Координаты Skyfall». Вам приходилось играть на одной площадке с потрясающей Джуди Денч. Случалось ли вам встречаться с ней в жизни? Какая она в жизни? Judy is generous, Judy, funny, очень веселая, немного озорная, прекрасное чувство and юмора. M, и в роли М она... В жизни она похожа, но плюс озорство и веселье. Такой же вопрос относительно Моники Беллуччи. Пересекались ли на площадке в этой части? Да. Да. Что это значит? What does that mean? Все понятно. Oh, I see. Nothing. Ничего не значит. Ничего не значит. I met her with a read-through. Мы на читке с ней встретились. And I was very delighted. Я очень рад был ее видеть. Then I met her at the opening in London. А потом мы на премьере в Лондоне увиделись. She's great. Она great woman. Великолепная. Of course. Великолепная. She's very beautiful, but, и, безусловно, она очень красивая. И еще в ней великий дух актерский. А как прошла королевская премьера в Лондоне? How was that? It was huge. Это было впечатляющее, мощнейшее событие. The red carpet goes on forever. Бесконечная красная дорожка. Фотографии всех гостей тоже бесконечным потоком всех, кто приехал. It's inside the Royal Albert Hall, which is a strong venue, big, round. Королевский Альберт Холл. Famous for classical music. Знаменитый своими классическими концертами. Ну и для этого мероприятия, конечно, бесподобно выбрано было помещение. It makes a great cinema. It's not a cinema, but they make it one for the evening. Это не кинотеатр, но для этого мероприятия Альберт Холл превратили в потрясающий кинотеатр. Все сидят в таких небольших ложах. Здорово. Аплодисменты после всех драк, после всех погонь. До сих пор обсуждают все наряд герцогини Кембриджской. Как вам наряд Кейт Миддлтон? Kate Middleton's outfit, the Duchess of Kent. I didn't notice. Dress. I was doing. Я не заметил. Monica Bellucci. Я все это время смотрел на Монику Беллуччи и не заметил Кейт Миддлтон. Примите респект и вопрос, где вы выучили русский язык так хорошо? You speak great Russian. Where did you study it? I don't. I'm я не очень хорошо говорю по-русски. По-русски очень трудно, but I have tried to keep it up a little bit. Я пытаюсь его поддерживать потихоньку. Очень хорошо. Вы поймите, что многие русские не говорят так хорошо, как вы. Потому что, кажется, им лучше было бы просто промолчать. They should remain silent, the Russians who don't speak it as good as you do. А зачем вы учите? Возможно, какая-то театральная постановка на русском или что-то еще? Несколько лет назад я приехал в Россию первый раз. Я всегда интересовался русской культурой. Для меня это вызов был. Я люблю такие вещи, люблю вызовы. Вопрос касается вот именно профессиональной актерской деятельности. Кого вы уважаете в актерском мире, в современном кинематографе? Ну, к кому вы относитесь с почтением? Этот молодец, этот крутой. Этого я всегда смотрю. Так много людей. Трудно кого-то выделить. Но мы говорили о русской культуре. Мне очень нравится режиссер Звягинцев. Думаю, что это необыкновенный режиссер. But, back at home, дома у нас. You know who I've really come to admire, знаете,
кого я очень люблю. Барбару Брокколи. Потому что я с ней довольно тесно познакомился. Очень редко бывает, когда вот такая мощная франшиза, которая продюсируется, как будто это маленький семейный бизнес. Она и ее сводный брат Майкл Уилсон. Они поддерживают эту атмосферу на съемочной площадке. Это очень простая, легкая атмосфера. Здорово организованная. Все там завязано на хорошей атмосфере. Ведь поставлено на карту очень много при этом. Но их очень любят в Англии, как они заботятся об этой франшизе. Они с Майклом задают очень высокий стандарт продюсирования. У меня тоже вопрос относительно актерской деятельности. Считается, что актеры очень суеверные люди. А есть ли у вас какие-то приметы или, может быть, ну, я не знаю, ритуал особый перед читкой сценария? Или что-то такого плана. Reading a script, something that you follow. Well, I do know that every theater show that I do. Каждая театральная постановка, где я работаю. Each time. Как правило. Each show is different, but once I have started. Постановки все разные, но когда я начинаю. Like when I have tea. Когда, например, я пью чай перед. What article of clothing I put on in what. Тем, как идти на сцену, да, что я надеваю, какая одежда. When I такие маленькие вещи. We'll have a wash. Когда я моюсь, чищу зубы, что я делаю в антракте, пью чай. Как только устанавливается какой-то ритуал, я его не меняю. Это должна быть у вас большая коллекция. So that means you have a huge collection of rituals like this. Верно, верно. Моя музыкальная радиостанция, мы хотели поговорить немного о музыке. Кого вы слушаете, какие группы, какие исполнители? И какой рингтон у вас на телефоне? Не очень скучный, наверное, самый скучный. Это рингтон. The ringtone thing doesn't interest me very much. Меня рингтон не очень интересует. In fact, I prefer to have it off. Может быть, это как раз не включать. I listen to a lot of classical music. Я слушаю классическую музыку, все больше и больше классической музыки. So I'm not. You're talking to someone who has a very limited knowledge of. Так что вы говорите с человеком, который не очень хорошо знает современную музыку. Но мне нравится. Rolling Stones. Rolling Stones. Johnny Cash. Moby. I like the British group Mumford and Son. Mumford and Son. I like Led Zeppelin. Led Zeppelin. I like Nina Simone. I like Aretha Franklin. Aretha Franklin, Nina Simone. I like Lynyrd Skynyrd. Lynyrd Skynyrd. Sometimes the Beatles. Иногда Beatles. Who else do I like? Кто еще? Adele. Из классики, просто классика бывает разная, бывает Вагнера, бывает Шопен. Шопен. Бах. Бах? Бах. Круто. Вау, кул. Бах круто. Бах is cool. Мы встретились накануне праздника, который у нас сейчас широко отмечается в России, несмотря на то, что он нам чужд, мягко говоря. Как относитесь вы к нему и празднуете ли? And do you celebrate it? Конечно, Вольдеморт. У вас сохранился костюм? You still keep Voldemort's outfit from? No, I don't. Вообще-то нет, не сохранился. It looked good, but it was hell to wear. Отличный, конечно, костюм, но сложно его сложно надевать. I had these tights, you know? У меня были такие лосины, которые как леггинсы, да. They would ride down. They would ride down. Они сползали по мере ходьбы. So what we call the gusset, the bit here. Поэтому вот то, что называется участок здесь. It would ride down, so it would be here. Он сползал куда-то в область колен. Underneath. Вниз. So мне было сложно очень ходить. И я сказал художнику по костюмам, можете ли мне сделать чулки, как у дам? И они сделали. And so they made it. This is the secret. Да, сделали, но это секретная информация. Ура. Еще скажите, пожалуйста, вы часто общаетесь с журналистами и, ну, понятное дело, огромное количество интервью. Есть какой-то вопрос, который, ну, уже невозможно слышать, а его все время задают? It's usually the one that always gets me is what's your favorite three films of all time? Меня обычно доводят вопросом, какие ваши три любимых фильма всех времен, и я не даю ответ.
В этот момент мой мозг просто выключается. Потому что, да, фильмы, которые я люблю, они, безусловно, существуют, но когда мне задают этот вопрос, я выключаюсь. Клево! Значит, мы молодцы! Какие у вас отношения вообще с фанатами в жизни? Если они вас встречают на улице, как вы с ним обращаетесь? Охотно раздаете автографы, фотографируетесь или делаете вид, что вам некогда, и вы исчезаете? It depends. Все зависит от обстоятельств, где, когда, в каком я настроении, какая ситуация. Sometimes I've got better at saying no. У меня все лучше получается говорить «нет». Потому что иногда просят сделать фотографию, но просто не в то время. Например, я с кем-то разговариваю или говорю по телефону, или в туалете, допустим. Но в другое время следую инстинкту. Я вижу маленькую девочку или кто-то, кто по-настоящему любит мое творчество. Конечно, тогда я... сделаю все, что меня просят. Мы на самом деле представляли очень серьезного, настоящего такого лондонца. На самом деле, я сидела такая... На самом деле, вы такой и есть. Нет, вы когда стали говорить по-русски, я стала так нервничать, так смущаться, думаю, да что ж такое. В общем, спасибо большое. Вы растопили наше сердце. Ну, честно, точно. And I'm feeling good. Fish in the sea. Виновник всех твоих бед.